Андрей, Александр. Поздравляем вас с победой на домашнем турнире. Спасибо. Расскажите, что вам помогло, скажем так, одного из фаворитов турнира сегодня одолеть? Ну, помогла вчерашняя игра. Мне не разобрались. Сегодня сделали вывод над ошибками. В первом тайме играли хорошо, второй уже не очень. На удержание счета играли. Ну, в целом первый тайм нам показал добротный футбол, в котором мы всегда играем. За счет этого мы победили. В втором тайме нам уже просто оставалось не дать сопернику нас давить и все. Какие планы на завтрашнюю игру? Побеждать. Что еще осталось? Спасибо большое. Удачи.